Эфир телеканала УТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Дарья Шведова. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Раскаялся. Раскаялся, прошу прощения. В Едкуле судят куратора групп смерти. Родила и убила. Это прикинь, это... Троечанка избавилась от новорожденного. Сказочное везение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Водитель чудом избежал лобового столкновения. Я начну выпуск главной темы дня. В суде Едкульского района стартовал процесс по делу куратора групп смерти. 26-летнего почтальона подозревают в доведении до самоубийства южноуральской школьницы. По версии следствия, он давал восьмикласснице задание, к примеру, вырезать лезвием на теле определенную надпись или прогуляться по высоткам. Так подводил ее к последнему заданию, итог которого – смерть. Тогда девочку удалось спасти, но спустя пару месяцев она все-таки скончалась. В зал суда молодой человек пришел в капюшоне и темных очках. Его сопровождала мама. Слово Полине Кирсановой. Приговор не вынесли, а рассмотрение дела в отношении Ильи Сидорова, который обвиняется в доведении до покушения на самоубийство, отложено из-за того, что гособвинитель и защита не сошлись в мнениях по поводу формулировок статьи закона. Поэтому Фемида постановила отправить дело на дорассмотрение. Суд по своей инициативе считает необходимым вернуть данное уголовное дело прокурору для устранения имеющихся недостатков. Заседаний сегодня было два. На них Сидоров сидел в темных очках и в капюшоне. С ним была его мать. Она также не снимала капюшон куртки. Илью Сидорова очень трясло, но он извинился и раскаялся в содеянном перед матерью погибшей девочки. Вину свою признаете? Да, признаю полностью. Раскаюсь и прошу прощения. Напомню, уголовное дело о доведении до покушения на самоубийство было возбуждено в мае прошлого года, когда в Едкульскую больницу поступила 14-летняя школьница, пытавшаяся покончить с собой. В итоге врачи ее спасли. Следователи же позже выяснили, что она состояла в одной из социальных сетей в группе смерти и получала задание от некого мужчины, который говорил ей наносить себе увечья, а также требовал у нее деньги в размере 23 тысяч рублей. Позже следователи установили, что это почтальон из Москвы, его задержали, там это оказался Илья Сидоров, а девочка же повторила начатое и умерла. Адвокат же Ильи Сидорова уверяет, что Сидоров действовал по незнанию и сделал все по глупости. Вы раскаиваетесь? Да, я бы раскаиваюсь, получается. Вы можете еще раз нам сказать? Можете нам еще раз сказать, что действительно раскаиваетесь, или вы просите прощения, как вот вы сказали на суде? Можете нам еще раз повторить? Ребят, есть такое понятие «следственная тайна». Понятно, что он, так сказать, переживает и, соответственно, так сказать, понял, что натворил своей глупостью, своей этой игрой. Пытался вовлечь в эту игру каких-то людей, возможно, пытался. То есть тут ситуация, скажем, двоякая. То есть он так заигрался, как говорят по-русски, заигрался в кавычках, да, что... перешел определенную черту. Я отмечу, что в Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело о доведении до покушения на самоубийство школьников. Подозреваемый задержан, он житель Москвы, его уже доставили в южноуральскую столицу. Но детали дела не раскрываются, известно только, что оно никак не связано с Сидоровым. Полина Кирсанова, Дмитрий Абрахин, ОТВ. Мать убила младенца в Троицке. 34-летняя женщина призналась в совершении преступления. Тело новорожденного со следами удушения нашли в хозпостройках частного дома. По предварительной версии, там троечанка и родила малыша, а после перетянула его шею пуповиной и задушила. Вот тот самый дом, в хозпостройках которого и обнаружили тело младенца. О страшной находке сообщил аноним. Тело передали патологоанатомам, и они установили причину смерти. Смерть новорожденного является криминальной, а именно причиной смерти новорожденного ребенка явилась механическая асфиксия, то есть его удушение. В ходе проверки данного сообщения была установлена 34-летняя жительница города Троицка, которая родила этого ребенка. На учете в медицинских учреждениях по беременности она не состояла. Роды прошли в хозяйственных постройках. А после, по версии следствия, решила от него избавиться и в итоге затушила пуповиной. По словам соседей, у женщины четверо детей. Все они находятся в приюте. Сама она в доме не проживает. Соседи от случившегося в шоке. Это прикинь, это пи***ц. Ну вот так ребенка я сегодня как услышала, вот извините, мне аж стыдно. Как так вот они, тварь такие, молодые, лишили ее прав. Детей. А вот которая это сделала? Тварь это же... Женщина в совершенном призналась. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Если вина троечанки будет доказана, то она проведет за решеткой 5 лет. В
поселке Малково Чебаркульского района насмерть забили хаски по кличке Мия. Так утверждают хозяева погибшего питомца. Хвостатую отпустили гулять с четвероногим другом такой же породы. Однако с прогулки Мия не вернулась. В течение суток собаку разыскивали, но в итоге нашли мертвой возле одного из частных домов. Проехали, и тут начинаем на выезд выезжать, и вот она лежит в переулке. Прямо у их, получается, вот этих, этого двора. У них, получается, такой домик старенький, задний двор. Он не огорожден ничем, ничего. Там стоит сарайка за домом, где бараны живут. Загон из чего-то там непонятно сделан. И, получается, она лежит. Я сначала подумала, машина сбила. И подъезжает она, женщина эта. Ваша собака? Я говорю, наша, что случилось? Она загрызла двух баранов, отдайте мне деньги за баранов, что-то вот такое вот. Я говорю, вы что, ее убили? Она говорит, да, мы ее убили. Она там якобы кинулась на моего ребенка. Я думаю, какого, может быть, ребенку в такое время, как бы, вообще она всех, такая добродушная была, всех деток каталась. У нее язык изо рта вытаскивали дети, такого просто не может быть. Мы отвезли ее в ветеринар в областной. Ветеринары дали заключение, что... Она говорит, такое ощущение, что ее схватили за шкуру. И не единожды раз ударили в что-то. Ну, это, видать, об этот угол. А потом еще свернули шею. Все ветеринары говорят, что она элементарно даже не могла справиться с этим бараном. Потому что вес собаки 25 килограмм. Вес копытного барана 40 килограмм. А с ее слов она могла максимум покусать, но не убить. Анастасия обратилась в полицию, там уже ведут проверку. Кроме того, хозяева погибшей хаски создали в интернете петицию с требованием наказать виновных. А я напомню, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Преступникам может грозить до 5 лет лишения свободы. Челябинец снимал квартиры на сутки, а сдавал их на долгий срок. С потенциальными квартиросъемщиков он просил предоплату от 3 до 11 тысяч рублей. Но при этом не заключал никаких документов. Криминальную схему раскрыли оперативники и мошенника задержали. Задержан ранее несудимый житель города Челябинска 1991 года рождения. Полицейские установили, что задержанный совершал преступление на территории города Челябинска в период с октября по ноябрь 2017 года. Установили его причастность к совершению 3 аналогичных мошенничеств, совершенных им на территории Курчатовского и Советского районов города. А сейчас вот этот подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. А если вы пострадали от действий этого мужчины, просьба позвонить в полицию. Переходим к новостям дорожным. Необычайное везение на трассе Уфа-Челябинск. Там водителю чудом удалось избежать лобового ДТП. Тем временем в Магнитогорске в объектив регистратора попал наглый пешеход. Обо всем по порядку Елизавета Болдырева расскажет. Трасса Челябинск-Уфа. Дорога заснеженная. На встречной полосе появляется автомобиль. Вот-вот может произойти ДТП. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мамочки, Саша. Все нормально. Тише, 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 Саш, стоп! Тише, 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 тише. Автомобили явно получили механические повреждения, а вот серьезных травм удалось избежать. Во всемирной сети эти кадры прозвали необычайным везением. Этими кадрами в социальной сети поделился житель Усть-Катава. Вот хозяин регистратора едет под уклон, но машину резко заносит и несет в кювет. В итоге хозяину регистратора пришлось доставать авто из снега. Благо, обошлось без серьезных травм. А это Магнитогорск, у обочины стоит пассажирская газель. Вдруг из-за микроавтобуса неожиданно выбегает девушка-пешеход. Причем зебры здесь явно нет. Благо, хозяин регистратора ехал с небольшой скоростью, так что ДТП удалось избежать. И еще один магнитогорский пешеход. Этот мужчина идет по зебре, но явно на красный. Ведь автомобилем уже загорелся зеленый. Несмотря на это, пешеход даже не поторопился. Елизавета Болдырева, ОТВ. И еще о новостях дорожных. В Снежинске в аварию попал пассажирский автобус. Водитель резко нажал на тормоз, и пассажиры в салоне попадали. Не обошлось без травм. Водитель, управляя автобусом ЛиАЗ, совершил экстренное торможение перед нерегулируемым пешеходным переходом, в результате чего женщина-пассажир совершила падение, получив телесные повреждения, и госпитализировано в хирургическое отделение. В ГИБДД проводится сейчас проверка, будет приниматься решение о том, кто виновен в этом дорожно-транспортном происшествии. Но предварительно мы свою проверку уже провели. Водитель, конечно, применил слишком резкое торможение, из-за чего как раз пассажиры и упали. Но здесь необходимо рассматривать ситуацию целиком. Все это происходило перед пешеходным переходом. И со слов водителя, неожиданно на пешеходный переход вышел пешеход, из-за чего ему и пришлось прибегнуть к экстренному торможению. На предприятии к нему приняты меры дисциплинарного характера. Есть приказ о привлечении его к ответственности. Будьте
осторожны. На этом у меня все. Сейчас вся страна, в том числе и наш регион, наблюдает за ходом предвыборной кампании. Ведь уже в марте состоится главное событие в истории России – выборы президента. Каждый из кандидатов уверен в своих политических перспективах. И мы запускаем новое ток-шоу «Раунд». На импровизированном ринге представители штабов раскроют сильные стороны своих кандидатов. Словесный баттл через несколько секунд. Не пропустите, будет интересно.